на конкурс «Дети читают стихи». Кошкина Ольга, 7 лет, город Железногорск, Курской области. Автор Агния Барто, «Сильное кино». Заранее-заранее все было решено. У школьников собрание, потом у них кино. Домой придет мой старший брат, он мне расскажет все подряд. Он объяснит мне, что к чему, а я большая, я пойму. И вот он начал свой рассказ. Они ползут, а он им раз, а тут как раз она ползла, а он как даст ему со зла. Они ей раз, она им раз, но тут как раз ее он спас. Он был с ней заодно. Ух, сильное кино. Нет, видно, я еще мала, я ничего не поняла.